Посмотрим, кто самый сильный. Ну что, 3, 4, поехали! Макс Орлов, диджей русского радио, официальный голос хоккейного и футбольного клуба «Спартак», лихо заводит публику и руководит конкурсами на сцене. Кстати, я приехал из столицы, где дождь вчера был, снег обещали, а здесь вот были тучки, тучки разошлись, и вот это солнце, тепло, оно шло и от людей, собравшихся на площади, поэтому добро, теплота должны быть, излучаться от каждого из жителей города Старый Оскол. Акция «Все на спорт», организованная при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», собрала тысячи участников на Площадь Победы. Любители неформальных видов спорта и активных развлечений состязались в прыжках на скакалке. Самые юные с упорством заправских нападающих показывали мастерство владения мячом. Кто прыгал, кто отжимался, кто пробовал себя в силовых упражнениях. Атмосфера праздника царила повсеместно. Но самым главным испытанием для участников стал бег. Первыми открыли кросс те, кто занимается легкой атлетикой на профессиональном уровне. Им была предложена дистанция 6 километров. Вторыми на 900 метров стартовали представители учебных заведений округа вместе со своими преподавателями. А следом за ними семьи, пенсионеры, все, для кого спорт – это жизнь. В полном составе и с прекрасным настроением финишировала семья Ковалевых. На праздник родители взяли даже самую маленькую дочку, которой всего несколько месяцев. Как самая маленькая перенесла пробег, не капризничала? Проспала. Всю дорогу проспала, только проснулась. В забеге профи первым прибыл к старту Николай Москаленко, учитель школы села Курская. Поблагодарить фонд Алишера Усманова хотел за очень крупную поддержку, организацию такого мероприятия. Ну, занятия спортом, я считаю, для каждого человека очень важны. Физкультура и спортом, они воспитывают человека, воспитывают в нем важные качества, которые нужны в жизни. Победителей наградили в различных возрастных категориях, но даже тем, кто просто пробежался в общем потоке любителей спорта, достались сертификаты и футболки на память. А творческий подарок для старооскольцев преподнес Тарас Станин, чемпион России по битбоксу. Эффект от мероприятия был ошеломительный. Фонд искусства, наука и спорт заверил, что обязательно продолжит поддержку таких праздников. Мы, честно признаюсь, не ожидали такого количества людей. Мы были уверены, что тысячи человек выйдет, 1500. Но то, что будет на площади 3 и более, это мы даже можем судить по футболкам, по заготовленным номерам. Нам это очень приятно, и это хороший опыт и повод задуматься, как мы будем развивать данный проект. Энтузиазм старооскольцев и инициатива фонда «Искусство, наука и спорт» положили начало новой, хорошей, доброй традиции. Традиции единения, стремления к совершенству и здоровому образу жизни.